храме Преображения Господня прошло собрание духовенства Люберецкой Благочинии, Подольской епархии, Русской Православной Церкви. Со священнослужителями, сотрудниками храмов и прихожанами провели беседу представители Люберецкой областной больницы, а также руководитель медицинского центра, врач-инфекционист Евгений Тимаков. Медики рассказали о заболевании COVID-19, его симптоматике и последствиях, а также напомнили о единственной эффективной защите от коронавирусной инфекции. В настоящий момент в Московской области используются две вакцины. Гам-ковид-вак, которые прекрасно все знают под другим названием «Спутник ВИ». И мы получили вот совсем недавно новую еще векторовскую вакцину. Она называется «Эпивак-корона». Все эти вакцины прошли трехкратное испытание, все они зарегистрированы и имеют право, да, применяться как лекарственные препараты. Врачи подробно разъяснили воздействие вакцины на организм человека, а также рассказали о правилах, которых нужно придерживаться после прививки во избежание побочных эффектов. Участники собрания, в свою очередь, задали медикам интересующие вопросы.